Сейчас попрыгаем на скакалке, поработаем бустину. У нас сегодня кикбоксинг, удары руками, ногами. Поработаем с гантелями, на груши. И, в принципе, утренняя тренировка закончена. И вечером будет спаннинг. Обычно все боксеры прыгают на скакалке, потому что это для ног хорошо. В принципе, да. Я вот прыгаю, замечаю, но когда я боксом занимался, обычно у меня не было. Да, и в зале, в принципе, не было такого, чтобы у нас кто-то прыгал на скакалке. Просто в качестве разминки, я думаю, хороший вариант. Я в очень хорошей физической форме, как всегда, в принципе. Очень серьезно готовлюсь вообще в целом на гран-при, на каждый поединок. Своя тактика, своя подготовка, потому что каждый соперник хорош по-своему. Как и Лэнс, как и Курбан, как и Полпудников, Умаров, каждый хорош в своем аспекте, так что подготовка на каждого бойца будет своя. И в целом я вот думаю, каждый поединок, вот я с Лэнса Палмера начал, гран-при, все поединки свои завершить досрочно. Ну, когда начинаешь работать, бой с тенью, естественно, представляешь рядом своего соперника, примерно, как будет проходить поединок, что он будет делать, что ты будешь делать. И, наверное, каждый человек, который работает в бой с тенью, перед поединками представляет своего соперника, смотрит хорошие, слабые стороны, что он хорошо делает, что он плохо делает. И вот представляет, а обычно все работают в бой с тенью. Ну, мое предположение такое, я не знаю. Иногда, может, если человек какой-то не нравится, представляю его. Не обязательно, чтобы это был какой-то соперник. Если, наверное, есть у кого-то, наверное, жизненелюбимый человек, который не нравится ему. Иногда бывает, что его представляешь. А зря это я иногда тебя представляю, когда работаю в бой с тенью. В принципе, наверное, с поединком с Палмером тоже много переживаний было. Не только со стороны, наверное, моего противника, но и в целом моей команды тоже. Потому что весогонка была тяжелая. У меня вес находил тогда 91 килограмм. И весогонка тяжелая была, если честно. Но я сделал вес. Но на этот раз, когда я полетел на бой Альберта, у меня вес был где-то 89 килограмм. Ну, тогда я кушал, то же самое я качался, так что я думаю, Курбану не за что беспокоиться. Я обязательно сделаю этот вес, так что не волнуйся. Подготовиться к этому поединку хорошо. И я думаю, я должен забрать бонус 50 тысяч долларов. Должна и отдохнуть до вечерней тренировки. Пожелание, чтобы не волновался, что сделаю вес. Насчет этого вообще не стоит сомневаться. Подойду я в хорошей форме и обязательно я
захочу хороший бой, обязательно. Я должен это сделать. Я должен доказать, что 66 килограмм я являюсь лучшим в лиге ACA, да и во всем мире. Так что в скором времени, взяв титул и выиграв гран-при, я думаю, я докажу и покажу всем, что не зря я это все говорил, и не зря мои труды, которые я прохожу в зале, и диеты, которые я держу, не просто так.